В его книге «Движение вверх» там есть такие строки о нашем турнире. Может быть, жизнь вот этого турнира, имя турнира, его имя, которое носит турнир, как он пишет, может быть, это мое самое главное достижение в жизни, что на протяжении стольких лет в городе Томске проводятся эти соревнования и зажигаются баскетбольные звездочки. В первую очередь, это турнир для нас всех, не только для меня. Это отдать дань нашему городу, это память великому игроку Сергею Белову. Жалко, мы когда начали играть, мы не застали самого Сергея Белова, но все-таки отдаем ему дань. С турниром связано то, что еще когда в бытность игроком, сам еще по детям, приезжали сюда 3 раза, причем ездили отсюда с Казахстана еще, нас приглашали, приезжали 2 командами. И всегда было удачно, всегда были в призовых местах. Конечно, турнир еще тогда, это был 98, 99 и 2000 года. Вот, все было очень хорошо, все нравилось. Ну и сейчас уже, будучи тренером, знал то, что этот турнир проводится. Потом всегда очень славился гостеприимностью. И уровень турнира очень сильный по судейству, и по, ну, то есть вообще без нареканий даже никаких нет. Так бы все турниры проводили у нас в России, я думаю, чтобы было бы здорово. Всегда Воронцевич Андрюха отличался. Он всегда был такой балагур-хохмач в команде Омска. Поэтому, когда Воронцевич в зале, всегда жди от него какого-нибудь прикола или какой-нибудь неординарного какого-нибудь поступка. Вот. Ну, Саша Каун, который участвовал у нас на турнире, и Паша Подкользин, они играли друг против друга в финале 30-го турнира. Мой папа проигрывал часто, что-то выигрывал. Хорошие впечатления были, как он играл. Я достигнул того, что я лучше папы буду играть, буду в NBA играть. Все будет у меня все хорошо. Были много ребятишек, которые... Сейчас вот я навскидку могу сказать, тот же Ванька Стребков. Я его помню, когда он в 10-летнем возрасте приезжал и играл на нашем турнире.